Стоит ли уходить от мужа и сына к человеку, которого любишь? Сначала, я думаю, нужно привести себя в порядок. Потому что получается часто следующее. У женщины есть муж. Она его любит, истинно любит. Но поскольку она зацеплена за человеческую любовь, желание, семью и так далее, если она это почувствует, то тогда вспышка зависимости будет еще сильнее, и дальше будет болезнь, смерть или распад семьи. Поэтому она его любит, иногда даже не подозревая об этом. А затем появляется любовный треугольник. Появляется мужчина, которому не просто влечение, сказать, чисто сексуальное. И она считает это любовью. Почему? Потому что она видит, что к мужу отношение спокойное, а вот к тому мужчину бурная вспышка чувств. Но на самом деле любит она мужа, а к этому человеку ничего особенного в отношении не происходит. И если женщина все-таки старается привести себя в порядок, если понимает, что, так сказать, что появился треугольник, это признак неблагополучия, она начинает работать над собой, то тогда она прозревает. И она видит тогда, ей дадут понять, кого она любит реально. А если она за первым чувством бросается и идет к тому человеку, то очень часто ко мне приходят на прием женщины и говорят: я ушла от мужа, которого не любила, ушла к другому человеку, а через 2 месяца у меня открылись глаза. Оказывается, у меня никогда не было к нему чувства любви. Это был просто порыв. А по-настоящему любила я мужа. Но сейчас очень сложно все восстановить. Поэтому научитесь, сначала приведите себя в порядок. И тогда ваши чувства не будут заслонять любви. Потому что иногда то, что мы считаем любовью, является обыкновенной чувственностью. Но чтобы мы видели любовь, мы должны привыкнуть. Любовь ставить выше чувственности. Как это происходит? Это происходит тогда, когда унижена чувственность, а мы сохраняем любовь. Поэтому, если вы обижались на мужа, если вы его ревновали, если вы его не могли простить, это означает, ваша чувственность ставилась выше любви. И тогда вы можете не понять, что вы мужа любите. А дальше начнутся проблемы. Поэтому, насколько женщина прощает мужа, насколько сохраняет теплое отношение к нему в любом случае, любя его, в первую очередь, материнской любовью. Что бы он ни сделал, каким бы он ни был, она его любит. Насколько женщина молится, что она Бога любит в любимом человеке. Что любовь к Богу для нее важнее всего. Насколько божественная любовь сначала, все остальное потом, насколько ей легче простить мужа. Ей легче увидеть, любовь это или просто чувственность. И тогда женщина будет счастлива. Но насколько вы теряете правильное ощущение мира, насколько любовь перестает истинное вами управлять, настолько любая ситуация будет вас давать вам еще больше заблуждения. Поэтому, я думаю, в любой ситуации треугольника, первое, что вам нужно понять, треугольник – это унижение человеческого счастья. Все, кто в треугольнике, счастливы, сказать, не бывает, потому что треугольник – это всегда проблемы. Поэтому для вас это знак, что у вас неблагополучие. Для вас это знак, что вам нужно серьезно сказать, привести себя в порядок и себя, и детей. Для вас это знак, что вы должны снять абсолютно все претензии к мужу. И вот если все претензии к мужу сняты, если вы чувствуете, что божественная любовь для вас сначала, все остальное потом, вот тогда уже смотрите, идите за любовью.